Давид Беридзе – директор крупной компании. Его фирма занимается производством пластиковых изделий монолитного строительства с 1996 года. Мощностей предприятия требует немалых – около 300 киловатт. Раньше, рассказывает Давид, за электричество приходилось платить посредникам, пока компания не обратилась в МАЭСК и воспользовалась популярной услугой – технологическое присоединение к электрическим сетям. В интернете я прочитал полностью весь процесс получения ТУ. Приняли уже монтажников достаточно короткий период времени. Они нам полностью все подключили, поставили подстанцию собственную, и мы запустились. Московская объединенная электросетевая компания работает с максимальным удобством для клиентов, будь то частное лицо или целое предприятие. Провести электричество в собственный дом или на производство не составляет труда. Для подачи заявки можно воспользоваться услугой «Три шага, два визита». Появиться в офисе МАЭСК понадобится лишь дважды, чтобы заключить договор и забрать акты готовности. Но для еще большего удобства компания предлагает программу «Ноль визитов». Она переносит весь процесс работы в электронное пространство. Оформление заявки, электронная подпись договора, онлайн-оплата, и остается только дождаться рабочих. Не выходя из дома, возможно подать заявку, заключить договор и, грубо говоря, не вставая из дивана, уже получить документы. В том числе здесь же возможна подача заявки на заключение договора с энергосбытовой компанией. Соответственно, заявитель, не выходя из дома, получает и договор техприсоединения, и заключает договор с энергосбытовой компанией. МАЭСК предлагает клиентам и другие дополнительные услуги. Одна из самых востребованных – это так называемое технологическое присоединение под ключ, что очень помогает заказчику, так как компания берет на себя работы, которые должен выполнить заявитель. Также специалистам МАЭСК можно доверить оценку стоимости и возможности подключения электричества на планируемом к покупке участке, вынос сетей с земли под застройку. Кстати, для бизнес-сообществ компания МАЭСК организует Дни предпринимателя. Они проходят каждую последнюю среду месяца.